Так, мы выиграли! Это уж точно. Трансформеры. Кибервселенная. Приключения Бамблби. Это значит, что прямо сейчас мы в Титане? Житель. Но почему Мак не говорил нам об этом? Где Мак Адам? Его еще нет. Титан активирован? Похоже, что пока еще нет. Тогда он бесполезен. Ты ошибаешься. Там генератор маскировочного поля. Он поможет нам спрятаться от квинтессонов. Так мы можем... Найти генератор и воспроизвести технологию? Да. А как мы заберемся внутрь Титана? Чтобы достать энергон, Мак Адам всегда ходит туда. Я ничего не вижу! Там есть потайная дверь. Она закрыта. Не для меня. Осторожно, я уже был в Титане. Не стоит тревожить его защиту. Точно! Да. Да! Отодвинься назад. Я пытаюсь. Не люблю маленькие пространства. Они меня... нервируют. Убери от меня свои клешни. Ты зря это сделал. Простите! О, спасибо, нет. Ха! Наконец-то мы выбрались! Где же мы? В ловушке, вот где. Вау! Никто ничего не трогает. Ух ты! Ха! Это может быть очень опасно. И очень круто. Жители, подготовьтесь к итоговой проверке. Что это значит? А это что? Ага, просто дрон. Первый тренировочный уровень пройден. Мы в зале для тренировок. Круто. У нас на это нет времени. Второй тренировочный уровень. Старт. Может, немного времени и найдется. Это 504-й. Мы пришли. Подождите, это безумие. Нужно бежать отсюда. Ну, давайте еще один. Нужно побить рекорд. 504-й тренировочный уровень. Старт. Мы не справимся. Нужно убираться отсюда. Персептор! Вы уже закончили веселиться? Закончили? Нас сейчас дезактивируют. Ладно, я что-нибудь сделаю. Персептор! Ха!
Тренировка приостановлена. Тренировка провалена. А? Тренировка, да? Надеюсь, вы чему-то научились. Это что, твоя рука? Как видишь. Ты как, Перси? Довольно неплохо. Мою руку оторвало чудовище. Я упал на 182 этажа в шахту лифта. А я думал, нам не повезло. Большой медицинский центр, гигантская оружейная и огромный склад энергона. Чего только в нем нет. Отсек для стазиса. В них кто-то есть? Пусто. Тут их больше 100 000. И они все пустые. Похоже, что этот титан заброшен. Куда все ушли? В любом случае, это плохо. Я не понимаю. Такой размах может означать только одно. Мы в военном титане. Что? Неужели? Ну да. Мы в последнем военном титане. В легендарном Иоконисе. Звездный спаситель Иоконис? Лунный воин Иоконис. Иокониса не существует. Потом повосхищаемся. Генератор должен быть где-то там. Так город Иокон был назван в честь... Клавер! Помните 314 уровень? Вперед! Да! Отвлечь его! Будет сделано! Бежим! Смотрите! Привет! А сейчас вы хотите забрать генератор маскировочного поля? Да, мы пришли за ним. Плохая идея. Это плохо кончится. И что это значит? Если вы заберете генератор маскировочного поля, квинтэссоны смогут увидеть нас. И вы все снова отправитесь на свой парад. Теперь я понял, кто ты. Ты житель Титана. Верно. Я последний житель Иокониса. Так ты все время знал о Титане и скрывал это от нас. Я защищал вас от него. Все эти капсулы стазиса принадлежали моим друзьям. Они погибли, пытаясь остановить Титана. В конце эпохи экспансии Иоконис, последний выживший военный Титан, вернулся домой на Кибертрон. Но военный Титан не может жить без войны. Иоконис сошел с ума. Он начал свою войну. Жители Титана защищались. И все, кого я знал, погибли. Мы победили Иокониса, но страшной ценой. Этого Титана нельзя будить. Да, он победит ваших врагов, но и разрушит весь мир. Может, пойдем наверх, выпьем энергона? Сидеть! Плохой скулкранчер! Извините, он пробрался сюда несколько тысяч лет назад. Он помогает охранять это место. Ну, почти всегда. Хот-Рот, что теперь будем делать? Все просто. Мы разбудим Титана!